10 из почти 100 старшеклассников в Рассказовском районе закончили школу золотыми и серебряными медалями. Сегодня в Платоновском ДК состоялось торжественное награждение медалистов. Над их жизнью алые взметнулись паруса. По примеру Питера, где уже несколько лет подряд общегородской выпускной носит название «Алые паруса», тематикой бала медалистов районных школ тоже стало произведение Александра Грина. Стремление к будущим свершениям, вера в чудо, следование мечте – все это свойственно молодости. Позади у этих ребят уроки, домашние задания, экзамены. Все волнения и тревоги школьной жизни тоже остались позади. Этого момента, вручения первой серьезной награды в жизни, юноши и девушки ждали очень долго. Это наша гордость, потому что это наши результаты работы. Они в лице наших медалистов очень высокие. Значит, мы не зря и хлеб живем, и на земле живем. Есть у нас будущее, пока такая смена у нас есть. В 2012 году районные школы выпустили во взрослую жизнь 4 золотых и 6 серебряных медалистов. Среди них только 2 юношей. Но и у юношей, и у девушек сейчас стоит крайне важная задача – не только получить образование, но и стать настоящими гражданами своего государства. Словами напутствия во взрослую жизнь выпускников провожали не только учителя и первые лица района, но и самые дорогие люди – родители. Мы надеемся на вас, верим в то, что вы станете достойными гражданами нашего общества. Дай Бог вам всего самого-самого хорошего. Добрый путь, дорогие наши. Ответным словом медалистов стала песня, которую исполнила выпускница Никольского филиала Платоновской школы Ирина Тулупова. Золотая медаль – первое серьезное достижение для девушки. Награда помогла самоутвердиться. Но со школой прощаться очень грустно, говорит выпускница. Противоречивые на самом деле чувства. Может, буду, конечно, там, с одной стороны, рада, но буду скучать, это точно. На самом деле я очень волнуюсь, и, наверное, только сейчас я поняла, что расставание со школой это на самом деле печально. До этого я не ощущала каких-либо таких серьезных волнений, чувств. Каждый из медалистов наверняка задумался о своей взрослой жизни. Разумеется, в ней будут и взлеты, и падения. Но внутренний стержень и привычка преодолевать трудности в каждом из этих ребят уже заложены. Евгения Конобеевская, Сергей Томахин. Новости ТВ Рассказово.